Огромный куш удалось сорвать мошенникам после того, как они попали на 82-летнюю дочку легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова Ольгу. Рано утром 7 апреля этого года пенсионерке на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции Следственного комитета России. Он сообщил пожилой женщине, что аферисты якобы похитили паспортные данные Чкаловой в отделении банка в Санкт-Петербурге и использовали их в схемах по отмыванию денег. После этого он начал уговаривать пенсионерку спасти ее деньги. Для этого нужно было всего лишь перевести их на другой счет. Ольга Валерьевна поверила. Она тут же поехала в центральное отделение банка, где сняла со счета 4 миллиона 900 тысяч рублей и перевела преступникам. Мошенники, поняв, что поймали золотую рыбку, начали вновь названивать дочке легендарного летчика-испытателя. На этот раз они рассказали ей, что по ее паспортным данным вновь пытаются снять деньги. А дальше все произошло по той же схеме, только на этот раз Ольга Чкалова за две недели перевела аферистам более солидную сумму – 18 миллионов 400 тысяч рублей. Через несколько месяцев полицейским все же удалось выйти на след преступников. Ими оказались трое жителей Прибайкальского района Бурятии. Там на их запястьях и захлопнули наручники. Сейчас их в полном составе этапировали в Москву. При обысках у них дома нашли деньги, телефоны, банковские карты, а также другие предметы, которые помогут доказать их вину. Успели мошенники потратить деньги, потерпевшие или нет, пока неизвестно.